Приветствую вас. То, что вы описываете, а точнее описываемые вами, состояние, описываемое вами поведение, очень похоже внешне на страх, очень сильный страх близости, вот, на очень сильный страх сближения, вот, вы либо боитесь с кем-то сближаться, либо вы боитесь значит, семьи, вы боитесь брака, вот, либо вы, значит, боитесь пережить некий такой негативный опыт, вновь повторяющийся негативный опыт. Вы боитесь, что вновь повторится тот негативный опыт, который у вас имеет место быть, имел место быть, вот, в прошлом. Вы боитесь, что он, этот самый негативный опыт, повторится, и, соответственно, вы боитесь, что опять будете страдать, опять вам будет больно, вот. То есть, зачастую, люди, они имеют такие причины для того, чтобы опасаться близости. Вот. То есть, вот то, что вы говорите насчет того, что вам, ну, неприятно, да, человек вам неприятен. То, что вы говорите, это агрессия. Это агрессия. Это такое вот агрессивное, значит, агрессивная реакция. И у нее, у этой реакции, есть причины, которые в том числе заключаются в необходимости вам себя защищать, вот, себя защитить необходимо, есть такая необходимость вам себя защитить, вот, и соответственно, если у вас есть необходимость себя защитить, то нужно разобраться с тем, от чего вы хотели бы себя защитить, от чего, для чего вы хотели бы себя защитить, и так далее. Есть у этого свои причины, есть у этого свои основания. И когда, если вами будет понятно, почему и от чего вы себя защищаете, ну, то и сможете после этого
адекватно строить отношения, сможете после этого адекватно взаимодействовать с мужчинами, и, в общем-то, все блага отношений будут вам доступны. Особое внимание я бы хотел, ваше внимание, я бы хотел обратить на то, что вы начали замечать это в последнее время. Вы начали это замечать. То есть именно в последнее время у вас это проявилось. Этого не было. Когда-то этого не было. А сейчас это есть. Значит, соответственно, что-то изменилось. Вот. Соответственно, что-то произошло. И это что-то нуждается в корректировке. Это что-то нуждается в корректировании. Вопрос? Теперь вопрос. Заключается лишь только в том, да, конкретно, о чем идет речь. Вот прям конкретно. О чем идет речь? Что вот вы, что такого произошло в вашей жизни, что вы условно говоря боитесь, что вы условно говоря опасаетесь? Я думаю, что так можно вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.